Справа, как мы шли, как мы шли против ЧВК. Понял? Он так. Да, понял. Ну не сильно рядом. Свала на стене, не знаю, что это с глушителем. Не, я могу. Не, лучше. Не, наверное, 74. Давай я обойду его, ну, посидишь здесь, да, пока. Тоже. Я круг сделаю, понял как? Да, понял. Да, волтыня не прочно, редко играет, так все-таки искажает она. Их двое. Как думаешь, они меня видели? Не знаю, я сейчас попробую одного снять. Снял одного. Второй не в простреле, он пошел типа в твою сторону. Понял. Они нормально одеты, короче. Как у тебя каска. Ну тот, кто выжил. Можем его с двух сторон поджать, если хочешь. Я уже вышел. Ты уже идешь в ту сторону? Да. Ну так, самым тихим шагом. Окей, тогда тоже ползу. Топа, а он прям близко к стене? Не знаю, он был ближе, ну, от тебя он далеко, а ты ближе ко мне. То есть он был на углу. Ну вот это эскалатор, да? И он, ну, слева как раз... От тебя будет с правой стороны, а у меня слева. Там, где магазин первый начинается. Угу. Дальше я же его не вижу, он мог переползти куда-то. Ой, я вижу труп дикого там, где я снял. Так, я еще на угол сейчас подползаю. Это вообще не понимаю. Я прям на самом центре сейчас. Все, я убил. Он тут, он не понял, откуда я первый. Третий есть. Где? Не понял, откуда он стреляет. Где-то, возможно, там же. В каком сейчас магазине? Я не в магазине. Убил его? Снял. Отлично. Они тут на углу просто сидели. Да. Ну все, разумно. Хорош. Ну минус 3, так и смотри, может четвертый. Короче, идёшь? Отлично, первого я убил, они не поняли, ты откуда. Идёшь. Это я, тут я же в алтыне. Да я тебя не вижу, я просто заряжаюсь. А я тебя не вижу, если честно. Алтын, скажи. Я. Ну так, дозаряжаюсь, как все. А, все, я видел тебя. Было... Ты в блин, или как там? Да, кстати, вал. Блин. Ебать, шлем, слушай. Тут нормально, да, пацаны, где ты? Ну вот хорошо вы, это вышли, можно уже лутаться на выход. Нихуя. Да, вообще шикарно.